you know, many things happening in this world, I think it's a culture of something else. Nothing. Я считаю, что мы не должны осуждать людей, которые делают татуировки, даже если это христиане. Допустим, какой-нибудь зрелый христианин захотел достичь людей, у которых есть татуировки в миру, ну, байкеров каких-нибудь. И этот человек тоже делает себе татуировку, чтобы эффективнее влиться в их среду и лучше донести Евангелие для них. Иисус стал как мы, и поэтому мы не должны осуждать никого, включая людей, которые делают татуировки.